Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, какие мысли сегодня о вас у вашего загаданного мужчины. Сделаем короткое видео и посмотрим, какие мысли сегодня о вас у вашего мужчины. Загадали мужчину, настроились на расклад. Поехали. Ух ты! Он вас видит императрицей, самой главной, самой важной женщиной в его жизни. Вы для него императрица. Но вы сейчас закрыты. Закрытая мечами, вот вся. Он говорит, к ней не подступиться, она вся закрылась. Держит оборону от меня, говорит, меня к себе не подпускает. Но я, говорит, все равно, как Ассоль, говорит, я еду к тебе, я строю свои алые паруса, я загружаю корабль. Я, говорит, устала от тебя, да, я хочу по-новому все включить заново. Я, говорит, очень соскучился. Я хочу встречи, свидания. Ты мой шанс в жизни, ты мое настоящее дерево счастья, любви, ты мое дерево жизни, говорит, и я ее вижу только с тобой. Ты моя победительница, ты моя звезда, ты моя желанная женщина, красивая. А я, говорит, твой император, а здесь императрица у нас началась. Вы выходите парой, он вас видит как муж и жена, как император и императрицу. Ну, что мне еще тут добавить? Это на дне колоды у нас карта Солнца. Солнце. И колесо фортуны дальше идет. И верховная жрица. То есть я вам об этом рассказываю. Так будет, пусть будет так. Желаю вам счастья. Подписывайтесь на канал. Мечты сбываются. Всего доброго. До новых встреч.